Рада всем. Здорово. Всем привет, кто смотрит канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. В данной серии мы поедем с вами опробовать все, что мы тут поставили. А вот он. Точно вот они. То есть мы теперь сможем спокойненько двигаться куда надо. У нас вон сколько ловушек с вами, все забитые. Точно было еще хотя бы парочку пить. Теперь я думаю, с рыбы будет много. Так что мы сейчас прокладываем навигатор. Автопилот. Ну давайте сегодня сейчас пойдем куда-нибудь вот сюда. Так. Ну вот так вот примерно и сделаем. Ладно, этот я сам этим. Ну все, ребятки. Надеюсь, мы сейчас быстро дойдем. Жалко, что здесь, конечно, зеркал нету корабля. Очень выглядит, что сейчас, в принципе, 14 это нормально. Это хорошо. Так что мы быстро доберемся. И как реально доберемся, так и включусь. Куда мы сейчас с вами идем? Хорошо, я включил круиз-контроль. Сейчас в эту мель въехали. Хотя на карте она не показана. Ладно, встретимся уже там. Ну, черт, я зашел в это место. Тут много рыбы, надеюсь, так что ребята, будем собирать. Как соберу это все рыбу, так и с вами. Просто очень длинный процесс будет с этими джойстиком. Очень удобно, ребята, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотри, сейчас быстренько мы. Ребята, до 12 сейчас быстренько соберу с вами. Чуть-чуть им газу. Блин, было бы круто, если бы делать эти девайсы для этой игры. Всякие тумблеры, вообще было бы круто, ребята. Как вы думаете, пишите в комментах.
61 КМР. Так что один меч будет числовиться на сумму.
размах между буями большой, поэтому приходится идти больше, так что я уж почаще скажу все-таки. Так вот, идти на них. Осталось три штучки снимать. Что даже... Записи с вновь я буду жалеть с кадром в это.
считаю, зря это не все сделали. Полным ходом вот в этот порт. Очень долго шли, блин. Блин, дорога длинная, скорость медленная была. Ну все, почти пришли, ребята, в порт, в гавань, в эту красивую. Так что, ребята, с вас лайки, с меня ролики, стримы, еще раз поздравляюсь. На этой неделе могут быть стримы. И при двух условиях, ребята. Это активность на стримах, то есть зашли, и все, не уходите. Ну, если только у вас там время не поджимает, как бы тогда уходить можно. Но если у вас времени много, телефон заряжен на 100%, все идите, залипайте в мой стрим. Касаемо стрима с одноклассником, я пока не знаю, надо, блин, как-то продумать все это, ребята. Может, на следующих выходных будет, может быть, но это очень точно, ребята. Так что с вас лайки, подписочка на канал, с меня контент. Может не очень веселый, конечно, очень хороший, не очень качественный, но все равно. Так что печатайте комментарии, ребята, и делитесь с друзьями.
Нам вот этот плейлист ВКонтакте ставить, наверное. Вот в такой темноте мы сейчас с вами идем со скоростью 6 узлов в час. 6 узлов. В час хотел сказать, 6 узлов просто. Так что вот так вот, ребят. Если я вижу маленькую активность на канале в плане комментариев, в плане просмотров, в плане всего, то ролики будут только выходить, ролики. Если я вижу большую активность в плане всего, то есть там лайки будут ставиться постоянно, ребята. Я никогда не выпрашивал, вы замечали, что лайки я вообще никогда не выпрашивал. Ни на стримах, ни на роликах, как и подписку. А сейчас я смотрю, без этого никак, походу, делал. Так что надо просить подписку и лайки, ребят. Так что... Я не так часто, но буду просить, чтобы мы проехали по холоде вот точку. Да и хрен с ним, это уже все равно не важно, мы сейчас соберем и все, точки удаляем. И одну жирную тут сюда ставим, примерно ориентировочную. Все. Нам где-то 900 метров идти до парка. Просто в такой темноте ничего не видно. Можно, конечно, сделать ультра, но, блин, да, хватит лучше. Игровое время. Судя по всему, порт. С этим джойстиком, ребята, очень удобно. Было. Я имею в виду, с этими рыбу ловить очень было удобно. А, вон, по-моему, зеленее что-то. Да, вон он туда. Понятно. Звуки есть, конечно. Сейчас даже, ребят, смотрите, сейчас зайду в порт, не пользуюсь штурвалом, ну, рулем, так сказать. Этим. Так, малый газ дадим. Чётенько, идеальненько выходим.
что круто, круто. Ну да, почти идеально прошвартовались. Просто жмем ешку. Продажал, отличненько. Нормально. О, отлично, ребята. Сейчас я думаю, погасим кредит сразу же. Эти 40 на 40. Ни хрена себе. Ну тебе не грамотно просто ловушки расснуть и приманку расставил. Ловушки ты. Так вот. Ярусы неграмотно расставил. Надо было в одну линию и где-нибудь в районе 30 их выставить. Потому что 40 это слишком много, так что будем ставить 30. Продадим лишнее сейчас. Будем выставлять. Ровно 30, я думаю, этого с лихвой хватит нам. Потому что 40 слишком много. Как видите, было бы наоборот, было бы лучше, конечно. Как вы заметили. За тунца нам больше дали, чем за рыбу меч. Так что продаем лов. Заходим сюда, нафиг, сразу же даем банку кредит, нафиг он нам нужен. Да, все, у нас 30 тысяч осталось, этого, в принципе, предостаточно. Ну, что мы сделаем, еще на снасти, улов, продать. Блин, у нас не с этими, что ли? Ладно. А, подожди, а почему? Это я не хочу продавать. Ладно. Можно продать их. Так, все. А, можно продать. Реально. Мы их сейчас нам продадим. Живку пока продадим. Да. С 13. Давайте продадим нафиг что-то. Что-то я запутался, сколько. Все, у нас нет ярусов. У нас 80 тысяч, нормально. Давайте, а у нас 80, да, максимально. То есть это у нас 54, странно. Почему тут 54 написано? Ну, мы 54 не будем покупать, мы купим. Ровно ярусов. Все. И оснастим им. Значит, получается
20 все равно, да? 20 будут такими. 10 будут этими. У нас получилось. И на этом закончим ролик, ребята. По-другому. Подожди, давайте уж идти не сделаем. Чтобы нам виднее было все это все дело. Хотя бы 7 утра сделаем. Нет, 7 утра слишком. 8. Ну, 9 самое нормально. 9 раба имени нормально, все. Куда? Эту кнопочку нажал. Смотрим, насколько здесь снасти. Вот, отлично. Думаю, нам этого. Это что у нас такое? Ну ладно. Будет 31 тогда. Ничего страшного там нету. Ну, в принципе, 30 ярусов это не 40. Это поменьше 40. Ну все, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. До новых встреч. Всем пока.